Всем доброго времени суток, с вами Лилич Татьяна. Ура-ура, у нас на сайте Фаберлик появилась распродажа, скидки до 70%. Распродажа появилась 1 февраля. Вот она. Вы увидите эту распродажу в новостях. Давайте посмотрим, что она включает, какие же продукты у нас будут со скидкой. Итак, Викенд низких цен, скидки до 70%. До 4 февраля любимые продукты со скидкой 70%. Итак, декоративная косметика, продукты серии Skyline и Secret Story, ароматы Faberlic, средства по уходу за лицом и телом, мыло, крема, бальзамы, гели для душа, шапки, перчатки, шарфы, колготки, теплые водолазки, ароматы, аксессуары для дома, сувениры с символом 2018 года. Мы эту распродажу увидим на втором шаге в промо-акции. Давайте посмотрим, что будет входить конкретно. Для этого нам необходимо оформить заказ. Если у вас заказы уже оформлены, например, есть на стадии готов к сборке, эта распродажа не появится, если вы будете этот заказ разутверждать и редактировать. Так, временно приостановлена подача заказов на данный пункт выдачи. Так, мы посмотрим другие возможные места и посмотрим. Так, давайте посмотрим, что-то там у них на складе, вот этот нормально. Итак, мы продлим первое попавшееся. Вот, например, мне заказали средство по уходу за кутикулой. Я это средство сейчас добавлю в корзинку. Достаточно добавить одного продукта, чтобы начать смотреть в промо-акции распродажу. Мы делаем продолжить оформление заказа. Так, и акции каталога. Нет, акции распродаж. Вот, смотрите, появилась викенд низких цен, скидки до 70% на аксессуары, товары для дома. Делаем выбрать товары и будем смотреть, что же у нас представлены аксессуары, товары для дома, с какой скидкой. Итак, смотрим. Мягкая игрушка собака. 70% будет скидка от черной цены. То есть в каталоге у нас есть черная цена, затем цена каталога, затем вот здесь вот уже высвечивается наша цена. Так, давайте смотреть, что у нас тут из аксессуаров. Сиденье с наполнителем, перчатки мужские. Ой, мужские перчатки я вчера купила, мужу срочно надо было. 150 рублей. И здесь у нас 150. Набор для девочек, набор для мальчиков. Мальчишки. Надо, кстати, купить своему сыну на весну шарф и шапочку. Классненькие шапочки вообще. Смотрите, и недорого. Набор 559 рублей всего лишь на все, да? Вот набор для мальчиков 6-12. Вот, пожалуйста, 600 рублей. Здорово вообще. Тут вот можно заколочки, шарфы, снуд, перчатки себе. Кстати, шарф снуд можно заказать на весну. Шапки. Так, если ничего не нужно, делаем отмену и смотрим дальше. Викенд низких цен. Давайте посмотрим, что здесь у нас представлено. Так, сейчас откроется, минутку терпения. Итак, вот у нас открылось. Давайте смотрим, что здесь. Защитный бальзам для губ зима, туалетная вода. Так, 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 туалетная вода. По 110 рублей, видите? Маленький объем, 30 мл, всего 110 рублей для нас, это вообще цена. Так, различные виды туалетных вод, дезодоранты, помады, ароматический диффузатор для дома тоже очень советую. Кстати, лак для губ, вот этот блистательный дебютон 441, обалденный, так красиво смотрится на губах, вообще прям вообще.
Карандаши для губ. Таким вот образом прокручиваем, просматриваем, что есть у нас в распродаже, добавляем и покупаем губ для волос. Вот, пожалуйста. Так, дальше смотрим. Ну, давайте что-нибудь добавим. Запеченная пудра. Так, тональный крем. Переводные наклейки, пожалуйста. Вот средство для удаления лака. Обалденное средство. 147 рублей. Лаки для ногтей. Смотрите, девчонки, 66 рублей. Это же вообще суперская распродажа. Вот здесь вот лаки, смотрите какие, 110 рублей всего. Вообще, вы посмотрите, какие цвета представлены, лак. Вообще выбор шикарный. Можно взять, ну давайте возьмем. Вот мне, например, нравится, я всегда покупаю два лака, немножко подходящих в тон. Мне нравится, когда немножко ногти отличаются друг от друга. Вот, пожалуйста, лак такой и такой, суперский, красивый лак. Ну и вот этот вот давайте, и вот этот вот, тоже шикарный. Между прочим, вот этот вот лак тоже, блеск золота, очень красиво на руках смотрится. Прям рекомендую. Ну, вот эти вот можно взять, лак для ногтей, тоже в тон. 110 рублей. Так. И посмотрим. Вот, смотрите, комплексное средство по уходу за кутикулой. У меня там они пробились по 110, а здесь 96 рублей. Вот, пожалуйста, мы можем его добавить. И вот еще, пожалуйста, лаки для ногтей. Вообще, клюква, сахар и вишня. Я вообще вот очень люблю лак для ногтей. Прям вообще люблю. Это парфюмерный гель для душа. Для мужчин, для женщин, думаю, Фелиси. Гель для душа. Вот, пожалуйста, мойся за 66 рублей. Ну, где у нас в обычных магазинах такие хорошие парфюмированные гели для душа будут стоить 66 рублей? Да ну нигде. Минимум рублей 150, а то и 200. Так, мы добавили. Вот у меня, видите, представлен. Затем викинг низких цен на колготки и водолазки. Колготки. Давайте посмотрим. Колготки, они вообще всегда нужны. Давайте посмотрим, какие колготки и по какой цене для нас обойдутся. Итак, открывается. Так, открылось. Так. Водолазки. Вот, пожалуйста, водолазка. Женская функция, размер 44-40. Так, я ношу 46-48. Вот, например, 559 рублей. Нормальная цена, нормальные водолазки. Водолазки, между прочим, очень хорошего качества. К весне водолазки вообще прям нужны, потому что как бы еще и не жарко, но уже не холодно. Средний, видишь, смотрите, девчонки. Вот такая вот у меня водолазочка, коричневый меланж. Очень хорошо к телу, прям вообще мягенький. Ну, смотрим. Колготки, плотность. Так, я ношу М-ку. 120, черный меланж. В принципе, можно добавить. 319 рублей, 2 балла. Так, колготки. Ну, все, я добавила колготки себе. Вот, например, тоже колготки. Ну, у меня девочка уже взросленькая, она, скорее всего, не влезет. Делаем выбрать. Поэтому у нас распродажи представлены, у нас еще есть распродажи, вот карандаш для губ. И вот когда вы все добавили, да, вы делаете, применить изменения, кстати, программа по VIP. Я в прошлом каталоге сделала VIP. Можно посмотреть. Так, можно посмотреть. Так. Посмотрим. Каталог номер 3. Вот это вот я и хотела себе. Каталог номер 3. Так как я сделала VIP, значит, они мне обойдутся в 20 рублей. Я могу заказать 5 штук. 100 рублей.
Если вы не VIP, вам каталоги набор 5 штук приходят по 29,80. Считай, 10 рублей вы сэкономили. На третьей страничке у нас тут пробники со скидкой 14,5 рублей. Тоже пробники. Если они вам нужны, добавляем и делаем выбрать. Итак, каталоги у нас включились. Они мне все равно нужны. Почему? Как я буду работать без каталога? И обязательно на кнопочку «Приметить изменения». Недостаточная сумма. Недостаточная сумма. Давайте посмотрим, что у меня тут недостаточно. Да нет, достаточно. Итак, сделаем, посмотрим. 1486 рублей, 8 баллов. Вот, пожалуйста, делаем продолжить оформление заказа. Если вас все устраивает, соглашаемся. И на финиш продолжить оформление заказа. И переходим на финишную прямую и утверждаем заказ. Утвердить. 99 рублей доставка. Делаем утвердить. Заказ будет мой доставлен уже во вторник. Сегодня у нас пятница. Ваш заказ утвержден. Пожалуйста, не закрывайте. Ваш заказ утвержден. Вот таким вот образом делаем заказ. Итого 1585 рублей. Заказ мне придет. Предполагаемая доставка 6 февраля. На этом мы заказ оформили очень легко и быстро. Прошлись по распродаже, посмотрели, что есть у нас, что нет. И утвердили. Переход к оплате можете оплатить. Всем пока-пока. С вами была Белич Татьяна.